Вы знаете, Александр, меня расстраивает, что в последнее время на нашей эстраде все меньше и меньше люди между собой начинают выяснять отношения старыми, проверенными, как, например, в Древней Руси, способами. Помните? Конечно, я прекрасно помню этот способ, называется он «стенка на стенку». Конечно. Это когда выходили в чисто поле, добрые молодцы, плевали на руки, брали березовую чушку и полетели зубы в Волгу-матушку. Ну, а потом уже обнимались, целовались. К сожалению, сейчас присутствует в основном финальная стадия этой забавы. Вы имеете в виду знаменитое вот это вот «целуются, милуются»? Нет, «милуются» даже не целуюсь сейчас. А, просто, да? Ну хорошо, друзья, по крайней мере, два российских коллектива верны российским древним традициям. Итак, встречайте! В левом углу ринга золотой кокошник России 96, 97 и 2003 ансамбль Надежды Кадышевой. В правом углу ринга тройное Гой-Еси Вологодской области ансамбль Надежды Бабкиной. Кто кого? Прямо сейчас. Дамы и господа, на сцене главный русский народный ансамбль страны. С праздником, Русь-матушка! С Новым годом, Россия! Не поняла. Сейчас что, разве объявили караоке-хит для пьяных разведенок? Ой, ребят, мы не туда забрели. Это ж базар. Любой фольклор за ваши деньги. Надь, ну ладно, ты ж сама слышала. Объявили главный русский народный ансамбль страны. Ну, ясное дело, под моим управлением. Под твоим управлением, Надя, может только трактор в коровник врезаться. А главный русский народный ансамбль – это «Золотое кольцо». Ладно, я объявляю русский народный баттл. Посмотрим, как ты запоешь после того, как запою я. Разодетая ты, разодетая ты, как павлин. Бабы русские в жизни оделись бы так, запрещен был тогда Хэллоуин. Если б русские девки оделись бы так, давили б женихов до седин. Неплохо, неплохо, сестра, неплохо. А теперь послушай, что я тебе скажу. В интервью последних за глаза называешь ты меня попсою. Говоришь ты гадости не зря. Славу у тебя я забрала. Если образ русской бабы примеряешь на себе, почему тогда живешь ты не в регенчиной избе? Почему без коромысла ходишь ты в конце концов и мужей не выбираешь из солдат и кузнецов? Окейушки, 1-1. Так мы ничего не решим. Мы одинаково здорово поливаем друг друга грязью. Русской грязью. Именно. Поэтому остается последнее испытание. Хороводом. Надь, ты че, у нас уже здоровье не то, да и возраст не тот. И потом, мало кто выживает после испытания-то хороводом. У нас нет выбора. Мы слишком хороши. Организовать хоровод! Эх! Поехали! Ну и что теперь? А без его знает. Мы просто обе одинаково невообразимо лучшие. А! Придумала! Это ж гениально просто! Подать сюда ноутбук! А? Ноутбук? Русский народный ноутбук. Смотри! Настоящее испытание русской народной любовью.
Начинаем набирать в поисковике имя Надежда. Чья фамилия выскочит первой, та и победила. Давай. О, смотри, выскочила Надежда Грановская голая. Дамы и господа, где? Где голая Грановская?